Привет, друзья. Фу, давно ничего не пели на гитаре. Не было возможности мне записать тут дома видео. Вот. И что-то вот как-то опять на старенькое потянуло. Ехал как-то с Витебска. И вспомнилась мне такая старая-старая песня. Не знаю, к чему я ее написал. 18 лет. Песня совершенно такая взрослая и повидавшая вида человека. Ну, почему-то написалось, а когда ехал с Витебска стареньким-стареньким дизелем, древним таком советском, что-то как-то навеяло. Можно на Грушевском фестивале петь. Я люблю шум вокзала и этот перрон, по которому в тысячный раз я ступаю. Сейчас подъедет тот пыльный подскатный вагон, и прощай, друг мой, я тебя покидаю. Сейчас подъедет тот пыльный подскатный вагон, и прощай, друг мой, я тебя покидаю. Жизнь, дороги, судьба, и поэтому я не отдался сполна, да я вечный скиталец, для меня стук колес колыбельная, а гудок тепловоза будильником станет, для меня стук колес колыбельная, а гудок тепловоза будильником станет. Снется порой, если дождь за окном, есть и солнце, лучших друзей вспоминаю, тех, с которыми вместе мы песни поем, тех, с которыми рядом по жизни шагаю, тех, с которыми вместе мы песни поем, тех, с которыми рядом по жизни шагаю. Словно птицы проносятся мимо года, да чужой колокольни, конечно, виднее. Впереди ожидают меня города, а иначе, поверьте, я жить не умею. Впереди ожидают меня города, а иначе, поверьте, я жить не умею. Вот такая песенка, там, правда, можно в четвертом куплете можно там модуляцию там повыше там, например. Но птицы проносятся мимо года, да в чужой колокольне, конечно, виднее. Впереди ожидают меня города, а иначе, поверьте, жить не умею. Впереди ожидают меня города, ну и так далее. Вот. Вот такая песня, вообще непонятно, конечно, почему я тогда это все написал, потому что я совершенно не путешествовал, во-первых, в то время. Дальше там, наверное, Минска не выезжал, ну и как-то странно все это такое. Ну, если спросить, кто ее написал, там 90 человек из 100 скажут, что это написал там уже такой пожилой мужик, повидавший жизнь. Вообще бородатый какой-нибудь. Ну, вот так вот получилось.